Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена Тарарина. И это третий выпуск журнала по арт-терапии, видеожурнала, который называется «Жизнь в состоянии потока». Целью этого журнала является познакомить вас с новыми интересными специалистами в области отдельных направлений арт-терапии. И тема этого выпуска – арт-коучинг. Удивительный, любимый мною, прекрасный, глубинный, творческий, энергетичный, пробуждающий. Арт-коучинг – это направление арт-терапии, которому я посвятила целую книгу, а также это направление арт-терапии, которое, по моему глубокому убеждению, позволяет человеку стать более дающим, более щедрым, более осознанным. В этом выпуске вас ждет интервью с прекрасными специалистами этого направления. С более детальной их практикой вы сможете познакомиться на их персональных сайтах, на их страницах ВКонтакте и Фейсбуке. Будем рады объединять вас с мастерами своего дела. Приятного просмотра, друзья! Здравствуйте! Меня зовут Алена Щербюк. Я сертифицированный арт-коуч, лайф-коуч и женский мотивационный тренер. Три направления, с которыми я обожаю работать, это планирование, как совместить карьеру и семью, и продвижение начинающих коучей, тренеров, психологов в интернете. То есть это через YouTube, социальные сети и через сайт. На фестивале арт-практик, на 15-м фестивале, я проводила мастер-класс на тему, как начать продавать через YouTube. И, конечно же, делала это с помощью техник арт-коучинга. Почему арт-коучинг стал частью моей жизни? Потому что он включает не только голову, он включает еще и сердце. Мы возвращаемся в детство, мы учимся заново рисовать, мы учимся заново чувствовать. У нас уходят наши шоры, навязанные нашими учителями, нашими порой не очень хорошими примерами из жизни. И арт-коучинг, он позволяет вернуться в себя настоящую. Арт-коучинг я также применяю в своих программах. И одна из таких программ – это живой женский клуб с Аленой Щербюк, который действует в Киеве. И я приглашаю вас на него, ежемесячные встречи в женском кругу, место, где можно просто быть. Если вы далеко от Киева, но вам хочется попробовать арт-коучинг на вкус, тогда я приглашаю вас в личную консультацию по вашему запросу, мы поработаем. А также можете прийти на обучающую программу по продвижению в интернете, приобрести видеокурс «Первый вебинар для чайников», получить мою консультацию и еще раз влюбиться в арт-коучинг. Спасибо за внимание. Dear ladies and gentlemen, welcome to the Art Practic Festival. My name is Olga Sipakova and I'm an art therapist and art coach. And I'm very happy to be here among all these brilliant speakers of Art Practic Festival. Дорогие друзья, я вас приветствую на фестивале Art Practic. На английском я могу продолжать так бесконечно. А можете ли вы? Очень много людей сейчас хотят выучить английский, но по каким-то причинам им это не удается. Здравствуйте. Меня зовут Логинова Мария. На международном 15-м фестивале арт-терапии арт-практики я представляю город Алматы, Казахстан. В своем родном городе я являюсь практическим психологом, имею научную степень магистра психологии, а также являюсь президентом профессиональной лиги психологов и специалистов, помогающих профессий. На этот уникальный фестиваль по арт-терапии я привезла два мастер-класса. Один из них связан с метафорическими картами, который называется «Квадрат Декарта». Это увлекательнейшее путешествие в мир наших установок, ценностей, убеждений, стереотипов, которые мешают нам, а иногда и помогают достигать какой-то поставленной цели или делать выбор. Второй мастер-класс называется «Жизнь в маске». Все мы носим маски. Они у нас большие и маленькие, но они нам нравятся и нам мешают. Мы их воспринимаем и пытаемся закрыть их в шкафу, чтобы не видели. Но это именно те маски, через которые мы презентуем себя в этом мире. Маски помогают нам сделать их более гибкими, нашу жизнь с ними более эффективными. И если мы их узнаем, и если мы их примем, мы станем более эффективны в нашей жизни. Данный фестиваль арт-практик – это прекрасная площадка для того, чтобы показать свои профессиональные возможности, научиться чему-то новому, ну и, конечно, развить свой потенциал. Я очень рада тому, что нас
пригласила Елена Тарарина на ее фестиваль «Art Practic». И мы также очень рады принять ее на своем фестивале, который будет проходить в марте 2017 года в городе Алматы. Солнце в ладонях. Приезжайте, будет весело.